Итак, зажигается стартовый, набора, и все готово к началу финального заезда в классе B2 Junior. Участники отправляются на дистанцию, сейчас после 100-метрового броска с первого поворота. Пока что захватывает номер 48 Алексей Рязанов, следом идет номер 57 Вячеслав Старовинов, но Алексей Крюков отправляется на... Валерий Птицын отправляется на прохождение Джокера. И также Джокер на первом круге игроков Данила Журавлёв. Пилоты юниорской категории приближаются к завершению первого круга дистанции. Пока что Алексей Рязанов достаточно бурно ведет эту гонку. Он на первой позиции. Алексей Рязанов, номер 48. Становится мимо зрительской трибуны. Следом за ним Вячеслав Шароверов и замыкает тройку лидеров. Антон Курбатов, номер 24. Запланированных в каждом из финалов. Алексей Рязанов пока что на джокер не уходит. Старовинов тоже остается на основной трассе. А вот здесь пальба Курбанова. Вячеслав Староверов остается, нет, он тоже в последний момент, причем, как я показал, Староверов решил пойти на джокер. Вот Валерий Птицын, ох, буквально первого решил он свою агу, да, двух колесных преодолевал на шестой поворот трассы, и Валерий Птицын перемещается на второе место. Итак, лидеры. Thank you.
отрезок круга. Там уже находятся лидеры. Алексей Рязанов, один пару поворотов. Отделяет до заветного финиша. И возможной победы в 22 июня. Похоже, что Алексей Рязанов выиграть ничто не помешает. Так оно и происходит. Алексей Рязанов одерживает победу. Пилот из города Липецка. Представляющий коллектив несколько дневной Алексей Рязанов. Победитель финального этапа в России по дальнему кроссу Алексей Рязанов. Вторая позиция у Валерия Птицына. Приветствуем серебряного призера. И бронза на счету Вячеслава Староверова. Вот тройка призеров. Сейчас останавливают свои автомобили. Вот есть возможность сделать красивые снимки. Также завершили финальный заезд в категории D2 Junior.